Austin Band — это музыка улиц. У нас целая огромная бригада, огромная банда, мы выступаем в разных точках. Это не только два лица Петербурга, это целая огромная группировка музыкантов, нас можно встретить везде. С самого начала, когда мы еще только начинали, мы пели в основном зарубежный репертуар, но потом люди со временем начали просить больше русское, и вот мы сейчас уже даже, наверное, больше русского поем, чем зарубежного. Давай, ты расскажи про Фреда Дарса, расскажи про Нойза. Да, вот мы прямо вот здесь вот выступали, на этом же месте, где сегодня съемки. Вот. И мы совершенно случайно пели его песню «My Way». И он с женой проходил мимо. Его жена потом в конце этой песни подошла к нам и сказала, что «Вы в курсе, сейчас его песни играли?» И мы такие: «Да ладно, что? Как такое может быть?» Это для нас было что-то нереальное. Про Нойза. Уже отыграли, наверное, весь свой репертуар, и он возвращался с Versus Battle. Он решил как бы еще добить этот вечер на улице. 17 минут еще фристайлил. Это тоже быть нормальным парнем с улиц. Именно поэтому мы здесь с вами тусанулись. И именно поэтому по данному принципу все будет продолжаться. Нет, надо облажаться. Ты помнишь первый трек, над которым вы начали вместе репетировать? Это был Linkin Park «Numb». Так вот, с одной мелодией у уличной банды появились сотни фанатов и постоянные концерты в клубах. Как вам уличные музыканты? Да, я очень люблю. Я считаю, что это люди, которые занимаются искусством. И чем больше будет, тем лучше. У нас вот так очень... Тебе нравится музыка? Да. А что тебе нравится, если бы они выступали где-нибудь в каком-нибудь дворце пионеров или здесь на улице? Мне нравится на улице и еще. Повсюду мне нравится. Только сегодня приехали в город, пошли гулять и приятно удивились, когда увидели этих парней. Ну что сказать, играют здорово. Очень много своих проектов. Безумное количество, на самом деле. Даже вдвоем есть один проект, в котором мы уже, наверное, 3 года сочиняем. К следующему лету планируем выступать уже со своим материалом больше. Раньше были проблемы с полицией, сейчас таких проблем уже нет, мы играем уже 5 лет. И многих знаем в лицо, как и многие знают в лицо нас, поэтому у нас такие доверительно-дружеские уже отношения. Если у них есть какие-то там рейды, если приезжает начальство, они могут там просто кивнуть, подмигнуть. И мы сразу вот с этого жеста все поймем, соберемся, переместимся. Улицы пропитаны музыкой. Музыка кругом, на каждом переулке, на каждой площади, на каждом перекрестке. И мы безумно рады, что мы часть вот этой музыкальной культуры уличной.